Сиди! Ты что, пропустил поворот? Ричард Мид? Да, да. Не кажется ли ему что-то от меня надо? Только что закончили очень важную съемку, которую мы вам не покажем в этом влоге, потому что это пока что секрет. На часах 10, но опаздываем. Да, мы очень опаздываем. Мы очень опаздываем на премию. Короче, что я хочу сказать. Меня опять припахали. Я только прилетела с самолета, в 2 часа я прилетела. У меня в 4 часа была встреча, а в 7 у меня уже были съемки. Сейчас, чтобы доказать, 1:00, и я приехала куда? На в зал, на репетицию, чтобы подготовить номер к завтрашнему выступлению. Мои люди всегда со мной, я не боюсь того, что будет завтра, 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 завтра. Вниз, и теперь на обед сама, они тебя толкают. Вставай, вставай, вставай. Два, не бойся, раз, выпрямись. И выпрямись, вам держи. И, все, сиди. Используй его, спеши тебя один раз. У тебя есть весь мир, у тебя есть весь мир. Не бойся, не бойся вообще, они тебя держат. Весь мир, у тебя есть весь мир. 5, 6, 7, у тебя есть. Артист, который за час с самолета вообще с работы выучил все это. Я ничего не запомнила, я завтра все забуду. Все, да, открылось. Наоборот, ты с этим поспишь, и завтра идет все круче. Что ля бузова, лишняя нагрузка и обуза вам. Ты что, пропустил поворот? Мазим, успеет на самолет. Нормально, мы только 40 минут назад закончили концерт, так-то, если что. Если бы вы только знали, как мы сейчас бежали, чтобы успеть на рейс, вы представляете, у нас в час 40 вылет, мы только в час были в аэропорту. Только в 0:30 мы выехали с Корсуна, с Москвы. Встретимся с вами уже в Тюмени. Вот это, пожалуйста, для вас тортик и вот эти розы для вас. Спасибо. Я вас очень сильно люблю. Спасибо. Мне все нравится. Я только прилетела. Боже! О боже мой, вы видели когда-нибудь такие номера? Все испортило. Ничего себе. Это моя веранда. Если бы не -1 градус, тут можно было даже, мне кажется, загорать. А теперь мы устроим голосование. Кому нравится прическа Леши? Поднимите руку. Дима. Это нет, подождите, это нечестно. Нет. Скажи мне честно, нас никто не слышит. Никто об этом не узнает. Вот честно мне скажи, правда честно, тебе нравится Леша? Честно. Мне прикольно. Ну я бы такой себе не сделал. Вот. Я не хочу перед концертом есть. Я хочу быть худенькой. Все, я пошел. Нет.
Ричард Мид? Да, да. Одевай. Ты... Подожди, это от кого? Это от меня, тебе. Не кажется ли мне, что-то от меня надо? Леша, а ты ко мне относишься как к другу? Ты знаешь, я к тебе уже отношусь, мне кажется, уже больше, чем тут. Думаю, моя уже семья большая, твое все. Я хотела на клип флешмоб, потому что я хочу запустить национальный флешмоб, всероссийский флешмоб на всю Россию. В итоге на клип с черлидершами там есть элементы движения, но поскольку важнее в клипе все-таки была история другая, там эти движения не улавливаются. Поэтому я хочу сейчас эти движения сделать. У тебя есть весь мир, и ты его кумир. У тебя есть Я только что придумала флешмоб для нашей страны. Она не боится, по улицам столицы танцует. Знаешь, что мы делаем? Это не хуровация. Это не кебаб? Просто на улице минус 3. Шашлык. Микрофон очень холодный. Чтобы артисту было комфортно, мы его просто подогреваем. Я рядом сяду на соседней, бабушка с дедушкой. Давай, дедуля. Папа, деда, можно? Папа, деда, можно? Привезти розы. Ты помнишь это? Помню. И сегодня воскресенье, у нормальных людей выходной. Мы записываем альбом, и любая свободная минута, сразу же едем на студию. Сейчас с Ромком будем писать очень крутой трек, который называется... Не могу сказать как. Привет, мой хороший. Привет. Я не с пустыми руками. Вау, класс. Если честно, я для себя покупала сауну, потом поняла, что я все равно его не съем, вспомнила про тебя. Вспомнила про то, что ты любишь сало. Я очень люблю сало. Нормально? Огонь. Серьезно, да? Белая груда, да. Сейчас сделаю. Я дома тоже так с цветами встречаюсь. Это оказывается... Это мне? Тебе. Как неожиданно. Неожиданно вообще, да? Нет. Но это же я не выпросила. Нет. Это ты сам захотел. Спасибо большое. Я правда забыл утром это сделать, не думаю. Каждый шаг ва-банк. Если ты решил то, что хватит сил, почему бы и нет? У тебя есть цель, просто следуй ей, все поставь на кон. Прямо со двора на телеэкран, стой, стадион. Yes, yes.
как я спела «Чемпионов». Офигенно. Идеально. Вот прям как надо. Yeah. Прям как надо спела. Ты большая молодец. Это было очень круто. Ты чемпион. Они пели, они знают слова. Да, они все знают слова. И там вилла с табличками стояли «Чемпионы». Да. Тогда слезы, Линечка, вообще кайф. Кайф. Папа вообще сидел, смотрел. Я посмотрел, тебя фотографировал, снимал и все. Молодец. Правда, вообще очень круто отработал. Костюм очень крутой. Костюм очень крутой. Видишь, вообще обалденно. Хочу не урвать, Хочу не урвать! Я не могу на аниме рассмотреть! Вот, мы нашли Пепита! Все? Да, по припеву точно все. Надо придумать, где мы в куплетах будем петь бэки. Сейчас я придумаю. Просто космос. Круто. Давай теперь последний куплет у нас остался, да? Мурашки. Все, мы записали. Ура! Это там, прям супер красота. Там в некоторых моментах прям мурашки по всему прям телу. Во. Мне кажется, это будет мой любимый. Да. Мне кажется, это реально будет мой любимый. Да, это прям круто будет. Да? Круто. Да? Подожди, все, тормозите. Короче, рок-н-ролл умеет танцевать только я. Мне просто рада, это бомба. Песня бомба. Они перевернут машину. Аккуратно, люди, аккуратно. Девочка, я вышла к вам, мои хорошие. Я хотела с вами со всеми сфотографироваться, но из-за того, что началась давка, сколько у меня было с собой дисков, я все раздала, с кем ты видела, с кем я могла. Да, просто задние ряды запущены друг друга. И там просто стояли уже люди и плакали. Конечно, Тюмени хоть холодно, но вот что-что, прием, Тюмени, Екатеринбург, да, вот все такие вот фильмы. Второй раз. Сейчас третью с новой программой. Нет, а кто едет с нами, скажи мне, пожалуйста. Нас сопровождают милиция и скорая. Без них мы бы не уехали. Не уехали бы оттуда. Мы хотели выйти через торговый центр, они заблокировали вход в торговый центр. Люди? Да. Просто заблокировали. Наш автобус там уедет спокойно, да? Нам надо было тебя увезти, а дальше уже, ребят, спокойно. Поверь, это не слезы, это просто вода. Мне больше не больно, больше не больно. Я привыкаю. Мы только что закончили очень важную съемку, которую мы вам не покажем в этом влоге, потому что это пока что секрет. На часах 10, но опаздываем. Да, мы очень. Мы очень опаздываем на премию. Там кремик. Просто я думаю, что девочки меня поймут. Вы меня, конечно, не понимаете, но в конце дня ноги так отекают. И без крема. Хотя у меня такая маленькая ножка. Она должна влезать куда угодно. За Бузову любим, ценим, уважаем и желаем творческих побед, счастья, всего самого наилучшего. Я стремлюсь за Бузовой, потому что Бузова тоже музыка. Ты чего? Кто же среди нас в зале сегодня самая стильная? Ольга Бузова. Я сегодня стала самой стильной
девушкой в России. Спасибо! Скажи, что дальше? Вот у тебя запятая, там, ты дизайнер, автор, исполнитель, песня. Самое это... главное, дальше что? Я самая завидная невеста в этой стране. Кто самая... Подожди, у меня вопрос. У меня вопрос. Кто самая стильная девушка в России? Ты! Кто? Ты, Ольга Бузова! Я? Да! Прекрасное завершение вечера. Вы смотрите сейчас это. Буквально 12 часов назад состоялась премия Topical Style Awards 2018, в которой я получила награду «Самая стильная девушка России». Ну что ж, придется соответствовать. Придется ей быть и помнить, что этим миром правит любовь. И Ольга Бузова. Ну вы это и так знаете.